Всем привет, дорогие друзья, с вами Мирослав. И сегодня у нас обзор игровой автомат для аватара Кай. В прошлый раз я делал обзор набора игровой автомат для аватара Джей. Вам этот набор очень понравился, и я решил сделать обзор еще одного набора этой серии. Посмотрите, здесь у нас в набор входит цифровая фигурка Кая и аватар Кая. Обратите внимание на его ноги. Я сначала думал, что-то мне это напоминает. Потом открыл каталог и понял, что ноги взяты, оказывается, из предыдущего сезона. Теперь давайте откроем игровой автомат. Вот здесь вот у нас стоит персонаж. А тут дерево способностей. Игровой джойстик в виде рукояти. Лезвие меча. Динамит и огонь. Я так понимаю, что Кай держит этот огонь в руке и поджигает динамит, потом бросает. Посмотрите, кстати, динамит — это очень редкая деталь. Все здесь, все очень удобно, сложно, можно по возможности доставать. Например, если хотите присоединить персонаж дерево способностей, то отсоединяйте от крепления и ставите своему персонажу. Можете также дать ему в руку это красивое оружие. Спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом. Также можете посмотреть предыдущий обзор набора игровой капсулы для аватара Джея.